Добрый день, дорогие друзья. Интернет-дневники Кавказского дома продолжают знакомить вас с портретами русскоязычных авторов, исполнителей, поэтов. Сегодня у нас в гостях человек, женщина, прекрасная женщина, которая должна была уже давным-давно принять участие в нашей передаче, но в связи с огромной занятостью, в связи с тем, что у нее маленький ребенок, ей удалось прийти только сейчас. Ирина Порошина сегодня у нас в гостях. Здравствуй, Ира. Привет. Привет. Ну, я даже не знаю, с чего начать, поскольку мы с тобой давно знакомы. Пойдем, наверное, по проторенному пути. Я попрошу тебя ответить на вопрос, с которого я обычно всегда начинаю общение со всеми участниками нашей передачи. Когда, в каком возрасте ты начала писать? Как в тебе это появилось? С каких пор? Расскажи, пожалуйста. Писать я начала, наверное, в возрасте лет так 4, по крайней мере, в школу я еще не ходила точно, а пошла я в школу в 5 лет. Что какие-то стихи уже были. Причем уже во 2 классе, я точно помню, я пыталась писать стихи о любви. Вот. Мама удивлялась, но тем не менее. А вот за гитару я взялась значительно позже. Это были уже университетские времена, самое начало университета. И, надо сказать, из самого доброго чувства, из зависти. Вот. Потому что то ли мой одноклассник, то ли мой однокурсник, уже не помню кто, но он так сыграл. Я подумала, Господи, он донес до других. Вот хотел сказать, и у него получилось. Кто бы его слушал, если бы он говорил? А он пел, и его слушали. Я поняла, что это способ. Я ему позавидовала. И после этого я взялась озвучивать аккорды Сакуджавы, если не ошибаюсь, начала. Продолжила Гребенщиковым. Вот, выучила первые 3 аккорда, которые полагается знать каждому уважающему и неуважающему себя барду. Вот, а потом пошло-поехало, начались свои песни. А пошло-поехало в каком именно возрасте все-таки? Что-то первое, положенное на музыку, было написано году, это в 2002. А представлено на публику было году, это тоже, то ли в 2002, то ли 2003, вот по какому поводу. Проводился здесь у нас в Тбилиси день рождения Акуджавы. Его отмечали, на него приглашали бардов, все пели песни Акуджавы. Приехал Эрнст Неизвестный, кстати, вот поэтому, конечно же, все постарались обставить в наилучшем виде. И меня вот неожиданно пригласили на этот концерт. Он проходил в доме Мели Казарянца, и проводил его, организовывал Михаил Айдинов. Он же пригласил Эрнста Неизвестного, тот пришел с супругой. В общем, я дрожала и мандражила. За день до этого мы пришли отрепетировать все происходящее. И оказалось, что я пришла последней, и все песни, которые я собиралась петь, песни Акуджавы, их просто банально разобрали. Я хотела петь «Ворона», но его пела Людмила Рагвелидзе. Я хотела петь «Пока земля еще вертится», но его пел кто-то еще, я даже не вспомню сейчас фамилию. Факт тот, что все, что я любила, все, что я знала, уже разобрали. И в этот же вечер я написала свою песню, ну, это, можно сказать, фактически на заказ. Вот, я написала свою песню «Посвящение Акуджаве», которая так прижилась, что ее до сих пор просят повторить буквально на каждом фестивале авторской песни. Вот так оно и началось. Вот первая представленная на публику песня была написана, ну, не на заказ, конечно, но к случаю. Совершенно не по порыву души даже, я бы сказала, а вот мне хотелось спеть что-то хорошее, а было нечего. Спасибо. А каким образом все-таки происходило твое становление как бардессы, той, которую мы знаем уже сейчас как одну из самых известных в Тбилиси, и не только в Тбилиси, а и далеко за его пределами? После первого концерта, я так думаю, организаторы поглядели на прослезившегося Эрнста Неизвестного, которого даже документально зафиксировали после этого. Вот. И начали приглашать туда-сюда. Я думаю, определяющую роль сыграли батумские концерты. Батумские концерты, которые в основном почти всегда организовывала Оксана Чекалова, она же Оксана Александрия. Вот. Батумская публика, кстати, теплая, милая, и я ее просто обожаю. Вот. Вот на этих концертах иногда бывали люди, которые могли рассказать еще и за рубежом о происходящем. В общем, во многом благодаря вот знакомству с Оксаной Чекаловой меня пригласили в Баку на фестиваль, который
О, сори, это был не фестиваль, это был конкурс. Конкурс, который проводила тамошняя русская диаспора. Туда входили не только авторские песни, там пели романсы, там была эстрада, там были народные песни, фольк, и в том числе авторская песня. Вот, я его негласно дошла в нем до последнего тура, и меня пригласили на гала-концерт. Это было начало 2008-го. В принципе, до этого я успела поучаствовать в некоторых московских концертах. Вот, в частности, самое крупное из них — это было то, что проводил Международный союз соотечественников, представителем которых здесь вот является, в частности, Алла Николаевна Беженцева, которая выдвинула мою кандидатуру в тот год. Отсюда также поехала очень интересная группа духоборов, которые живут вот в Грузии, достаточно далеко от Тбилиси. Они поехали как представители фольклора, и я поехала как бард. Вот это был, наверное, это было самое масштабное как бы мероприятие в Москве до тех пор. Это было в 2006 году. Как раз в том году я издала свой сборник. Специально, на самом деле, приурочивая его к этой поездке, вдруг захочется что-то раздарить, вдруг будут новые знакомства. Конечно же, они были. Вот в итоге от этого сборника у меня осталось 2-3 книжки. Весь он разошелся в Москве. И в 2008 году я поехала вот на этот самый конкурс русской песни в Баку. Благополучно его там отыграла, очень понравился город. И там же познакомились мы с Джавидом Имамвердиевым, замечательным бакинским бардом и организатором прекрасных, масштабных и очень продуманных и интересных бакинских фестивалей. Джавид попросил меня приехать буквально через пару-тройку месяцев после нашего знакомства, поскольку тогда проводился его второй возрожденный фестиваль авторской песни. Бакинский клуб, он существует очень давно. Вот недавно мы все вместе в Баку отметили 40-летний его юбилей. Клуб существует давно, но какое-то время его деятельность была приостановлена, и именно Джавид Имамвердиев его возродил. Начал приглашать авторов не только из ближнего, так сказать, зарубежья, не только из Тбилиси, там, и не только вытягивать на сцену старых прекрасных бакинских авторов, но и к нему приезжали и приезжают теперь все больше и больше из Украины, из Москвы, из Израиля, из Америки, из Беларуси, из Прибалтики. В общем, откуда только не приезжают, я боюсь всех даже и не упомнить стран, которые в этом участвуют. И да, масштабности можно только позавидовать. Масштабности можно позавидовать. И вот я была первым человеком, который приехал на этот фестиваль. Вскоре меня попросили поискать и других авторов, которые могли бы к нему присоединиться. Вот к нынешнему году... Я туда езжу с 2008 года ежегодно, а сейчас все больше тбилисцев присоединяется, и о наших авторах уже знают. Причем знают во всех этих странах, которые я перечислила, потому что там дружественная атмосфера, все слушают друг друга, все рассказывают, делятся дисками. Вот Ника Джинчарадзе, Гога Чкония, Вахтан Карашидзе, все они были в этом году на фестивале. Кстати, по секрету, люди были в восторге. Вот от тбилисских авторов, я не буду говорить клуба авторской песни, но от тбилисских авторов очень многие в восторге. До сих пор поступают отзывы, до сих пор просят поделиться какими-то еще песнями. Ирин, а вот я поймал себя сейчас на мысли, что несмотря на то, что мы с тобой давным-давно знакомы, я знаю тебя как автора, как человека, но я понятия не имею, чем ты занимаешься в жизни, кто ты по профессии. Расскажи нам, пожалуйста, об этом. Да, вот я люблю этот вопрос, потому что как только появляешься где-нибудь на телепередаче, на концерте, на интервью, вот длинные волосы, взгляд, вот девочка печального образа, и всем сразу хочется спросить про авторскую песню, про стихи и про поэзию. Значит так, я программист, у меня физико-математическое образование. Я занимаюсь разработкой софта, я занимаюсь его внедрением. Вот, никакой лирики, мягко говоря, абсолютно никакой лирики. Математика, статистика, теория вероятности. Я иногда думаю, что вот этот образ, он, наверное, противоречит внешнему виду.
противоречит голосу, противоречит песням, которые вы сегодня услышите. И тем не менее, мне иногда кажется, что без технического образования, вот, без того, как поставили мозги человеку на любом техническом факультете, не будет должного отношения и к семантике, к слову, не будет вот той математической требовательности к тексту, которая наблюдается у поэта, который уважает стихи. Не свои стихи, а стихи вообще, потому что, прочтя стихотворения классиков или прозу классиков, услышав качественные песни, ты начинаешь повышать планку и что-то от себя требовать. Ты уже не выпустишь на сцену, ты не споешь перед публикой недоработанное произведение. Вот. И мне кажется, что не последнюю роль в этой требовательности в области литературы, в области творчества играет как раз то самое техническое образование. Поэзия, творчество – это не творчество, это работа. Это вот процент вдохновения, а все остальное – работа. И работать надо уметь. Если кто-то считает, что Господь Бог дал талант, и это тебя резко возносит над происходящим, не возносит. Возносит, если ты этот талант довел до уровня мастерства. Я всем задаю этот вопрос, но такую точку зрения слышу впервые, честно говоря. Все говорят, там это какое-то наитие, это нечто сверхъестественное, но такого ответа, как от тебя, работа, я не ожидал, слышу впервые, что самое интересное, целиком и полностью согласен с этим мнением. И все-таки, каким образом в тебе это происходит, пришествие музы? На самом деле, просто села и написала, и после этого еще достаточно долго отрабатывала, если видны какие-то шероховатости. Но перед этим, перед написанием любого произведения, происходит какая-то внутренняя работа. Не над произведением, над мыслью, над своим взглядом на какой-то аспект, о котором ты пишешь. То есть в тебе кристаллизуется идея, либо в тебе кристаллизуется отношение к чему-то, чувство, может быть, мысль, может быть, твой взгляд на проблему. Работа не в написании строчек и не в написании музыки в этот момент, а исключительно в отшлифовке твоего честного взгляда на какую-то проблему. Вот после этого ты садишься и документируешь этот взгляд. Например, в песне. Точно так же можно было бы сделать не песню, а у кого-то это, из этого родится фотопроект из той же самой идеи, у кого-то из этого родится проза, прозаическое эссе, у журналиста может родиться статья для публики и так далее, у художника картина. И основная работа – это сформировать твой собственный взгляд на эту вещь. Ну а потом, естественно, уже в меру своих знаний и в меру своих склонностей, ты это проецируешь на холст, на снимок, в музыку, на бумагу и так далее. Это уже способы. Те, кто не хочет сформулировать, не дает себе труда сформулировать мысль, они как раз и пишут стихи о любви, например, в духе «Он мне не позвонил, а я ждала». Вот отсюда рождаются песни достаточно попсовые, с общими фразами и с рифмами «любовь», «вновь», «ночь», «сердце», «скерцу» и так далее. Отсюда рождается вот плохая поэзия, от нежелания найти свой индивидуальный подход, потому что если бы человек подумал, что ощущает он никогда бы не описывал это пошлыми рифмами. Ириш, мы прекрасно начали. Вот чтобы я не мучился задаванием вопросов, расскажи все-таки о себе сама что-нибудь. Это было бы всем интересно. Я, пожалуй, расскажу о фотографии. Потому что в последнее время я ей уделяю много сил, много нервов и много времени. Я этим заболела несколько лет назад. Сначала, конечно, начинала, наверное, с любительских и очень гламурных снимков. Сейчас в интернете много пейзажей, много кошечек. Все через это проходят, наверное, фотографы. Но чем дальше, тем серьезнее. Разобралась в основах, разобралась, как держать в руках и правильно использовать профессиональную технику. Недавно даже открыла свой сайт, куда уже выкладываю свои работы.
Были первые выставки, в том числе за границей, вот в частности, иногда это было совмещено с фестивалями, с концертами в Баку. И дай бог, тьфу-тьфу, не сглазить, этой осенью будет еще одна выставка в Европе. Очень люблю жанровые портреты, очень люблю просто портреты. Ну, пейзажи, наш город, который настолько индивидуален и интересен, куда же без него, само собой, я много снимаю Тбилиси и Грузию вообще, когда удается куда-то выехать. Хотя, конечно, интереснее всего это люди, это жанр, это их взаимодействие с окружающим миром и то, я бы сказала, то, ради чего люди приезжают в путешествие в эту страну. Посмотреть на характеры, посмотреть на то, что... на то, чего не бывает в других странах, откуда приезжают туристы. В этом плане Тбилиси, в частности, и Грузия вообще, это просто клад, потому что аутентичные сюжеты, интересные люди, эмоции, на которые как бы бедны многие другие страны, где все правильно, где все похоже друг на друга. Это очень богатый материал для фотографа, и это позволяет расти как фотографу. Вот. Я надеюсь, что фотография будет развиваться, и я буду уделять ей еще больше времени, потому что мне кажется, что... Не мне кажется, а, как говорили знающие люди, когда чему-то уделишь больше 10 тысяч часов времени, с этого момента начинается искусство. И все-таки это все мы знаем, это касается работы, касается творчества, касается еще каких-то вещей. Ну вот какая ты? Добрая, вспыльчивая, сердитая, влюбчивая, невлюбчивая? Расскажи, пожалуйста, нам об этом, ответь, если хочешь. Могу, но не хочу. Про человека должны говорить другие, потому что... Вот сяду я сейчас, возведу очи к небу и скажу, какая я лапочка. А на каждого талантливого, и даже не очень талантливого, а просто на каждого человека обязательно найдется гора доброжелателей, которые скажут совершенно обратное. Равно как и найдется гора, может быть, поклонников, может быть, просто хороших людей, которые будут всеми силами утверждать, что ты лучше на самом деле, чем ты есть. Поэтому самого себя характеризовать сложно. Наверняка найдется большое количество людей, которые напишут меня хуже, чем я о себе думаю, и найдется большое количество людей, которые считают, что я лучше, чем я есть. Ну что ж, тогда на этой волне мы, наверное, перейдем к песням, которые будут характеризовать тебя как человека, как автора. Ты нам исполнишь сейчас что-нибудь, а потом мы вернемся. Эта песня «Споры», она о совершенно лишних спорах, которые иногда возникают даже... у самых близких людей. О чем-то с верою, но не любя, и каждый все про свое, про себя, лишь бы выстоять. И разговоров уже битый час, как будто бы у кого-то из нас есть истина. Кто прав, кто не прав, прости, все равно. Мы греем тогда лишь, когда заодно. Мы вместе, пожалуй, не из-за, а вопреки. Мы теплимся, если на пару минут способны создать домашний уют, не прячась от жизни, каждый в свои уголки. Но о чем-то с верою, но не любя, и каждый все про свое, про себя, лишь бы выстоять. И разговоров уже битый час, как будто бы у кого-то из нас есть истина. Послушай, может быть, лучше принять все, что я могу и не могу тебе дать. Не стоит махать так небрежно на прощание рукой. И грусть откладывать на те времена, когда порвется чья-то струна, когда не помогут никакие крики постоя. Но о чем-то с верою, но не любя, и каждый все про свое, про себя, лишь бы выстоять. И разговоров уже битый час, как будто бы у кого-то из нас есть истина.
А мои правила веры просты. Рыбе в море не надо искать воды. И про воздух не стоит писать, лучше просто вдохнуть. И если кто-то пришел на порог, привел ли его черт ли, привел ли его Бог, послушай его, это твой сегодняшний путь. Но о чем-то с верою, но не любя, и каждый все про свое, про себя, лишь бы выстоять. И разговоров уже битый час, как будто бы у кого-то из нас есть истина. Прощайте, поцелуйте руку, как поцелуете другим. Нет, нет, не надо про разлуку, она почти сигарный дым. Немного вашего дыхания, а с ним еще какой-то яд. Нет, руку, что вам расставание? Мой милый, мой прекрасный брат, альтер эго, лестница разлук, лестница обид и хлопья снега. Сколько лишних слов, а словно небо. Ну что вы, незачем смущаться тем, кто умеет сам смущать. Вам научиться бы прощаться, мне б приучиться вас прощать. Что вам сказать? Вы были тенью моей на очень краткий срок. Я вашей, может, это рок или прелюдия забвения. Разлук, лестница обид и хлопья снега, альтер эго, сколько лишних мук, сколько лишних слов. А словно небо. Посвящение Булату Акуджаве. А знаете, сегодня мы все вместе. Так может быть поблизости и вы. Я говорю спасибо вашей песне, которая длиннее одной судьбы. Устали мы от слов скупых и твердых, а эта песня тем и хороша, что в ней ни громких фраз, ни звуков гордых, лишь несколько аккордов душа. Лишь несколько аккордов и душа. Пока летят года из кленов листья, с молитвою на струнах и губах, мы говорим спасибо вашей жизни за крохи
оброненные в сердцах. Покуда мы друзей своих судили, и сами-то судимы вновь и вновь. Вы пели нам, да вы ведь просто жили, лишь несколько аккордов и любовь, лишь несколько аккордов и любовь. Песня с моей музыкой на стихи Ирины Раймкот. О легендах. Конь может быть черным и белым из металла, и мост разводной или внутренний, разве в этом весь принцип, что толку кругами искать Шамбалу, когда мостовая сочится водой и светом? Иди или стой на пути, наполняй пустое и полное опустошай, лишь бы в землю влага, когда открываются двери в твое простое, становится спектром прозрачное, сложным благо. И сосны растут, три сосны из твоих предгорий, и башня разрушилась, речь перешла в наречие, вершить проще легкого только чужая горечь порой отзывается в левом твоем предплечье, вершить проще легкого только чужая горечь порой отзывается в левом твоем предплечье. Отец, не знаю, что писать по теме, сквозь полутьму зрачок вбирает время, время дым. Я не хожу на митинги протеста, я большей частью из другого теста, точнее из воды. Да, правду любят в большинстве нагую, игривую, в быту недорогую, чтоб без затеи. Вальсируя меж зимней круговерти, отец, мы стали равнодушны к смерти чужих детей. Они уходят, не успев родиться, все от того, что ненависть плодится куда быстрее любви. Они не наши, нет, они не наши, им, к сожалению, безразличны марши и фразы сэ-ля-ви. Город был мутный и неприветливый, улицы тупики. В городе раньше жили дети, а теперь старики. В городе раньше жили дети, а теперь старики. А на полках стояли копилки и куча чудесных вещей. Детям читали такие книги, чтобы росли быстрее. Детям читали такие книги, чтобы росли быстрее. И все понимали, грустя при этом, что вместо сказки были
А в копилках копились монетки, а под копилками пыль. А в копилках копились монетки, а под копилками пыль. Знаешь, сегодня все пораспродано от бедности или с умом. Знаешь, мы тоже не беззаботные, как-то иначе живем. И все понимают, грустя при этом, что вместо сказки были. А в копилках копились монетки, а под копилками пыль. А в копилках копились монетки, а под копилками пыль. Вы знаете, я вот спела свои песни, спела полу свои песни. Я, пожалуй, еще побуду немножко в этой передаче исполнителем. Исполнитель — это, кстати, большая ответственность, нежели автор, потому что, ну, автор, он уже тем ценен, что он великий и неделимый сочинил, положил на музыку, за что его и любят. К исполнителю претензий больше, потому что чужую песню надо не испортить. Я очень люблю чужие песни, и мне кажется, что они уже немного мои тем, что я их как-то прожила. Вот я вам, пожалуй, спою сейчас песню Андрея Королёва, которую он мне разрешил петь. Так что все честно, цивилизованно. А песня на самом деле прекрасная. На краешке той косы в окрестностях Геленджика, как в лодке в моей горсти пылала твоя рука, как мяч, улетающий прочь из круга упругих тел, я устремлялся ввысь и жить на земле не хотел. Я болен был не тобой, я памятью болен был, я даже себя самого, мне кажется, позабыл. С меня, как с безмолвных рыб, без кожи и плавников, гречанка сдувала пыль, нахваливая улов. И будто, торгуясь взахлеб, вертела улов в руках, и морща высокий лоб, глядела на дно с очка, прижавшись к моей щеке, горячей щекой своей, шептала: «Оставь, уйди, забудь навсегда о ней». А я, не смыкая век, ладонь тугую ее облизывал точно волк, забывший призвание свое и преданней, чем скала, расплавленная на песке, дыхание ее хранил в пульсирующем виске. Я судьбы отрывал, как пуговицы на пиджаке, и краешек той косы в сентябрьском Геленджике, и тихую руку твою, пылающую в горсти, не зная, как от любви себя и тебя спасти. На краешке той косы. Это песня Виктора Луферова, недавно, не так давно ушедшего от нас прекрасного барда. Роман со свечи застольной.
Когда чадит и догорает свеча за дружеским столом, и кажется, треск этой свечки разбудит весь уснувший дом. Невольно умолкают все, как будто уговор такой. Спроси любого в этот миг: ты что молчишь, махнет рукой. Свечи огарок оплывает, и рвется разговора нить, а другому уж вроде поздно и неохота говорить, что сходство некое здесь есть, догадка не бог весть какая, а свечку нечего жалеть. В конце концов не золотая, а пламя бьется, как живое, смотри за нашею спиной. И комната, и свет, и тени, они все заняты игрой, а мы как будто не при чем. И так ведется с давних пор, что тем игра их безудержней, чем наш слабее разговор. Но от того, что свет не стоек, дохни любой, и он погас. Вдруг станет сладок мне и горек среди друзей прошедший час. Отрезк свечи напомнит нам старинный уговор такой. Погасла свечка по домам, а свечки нет у нас другой. Когда вновь свидимся, другая, не в половину или в треть, свеча нам будет молодая, высоким пламенем гореть, а это нас не пожалело. Чего же нам ее жалеть? Браво, Ириш, как всегда замечательно, как всегда красиво, как всегда потрясающе. Ну, мои вопросы продолжаются. В мае этого года прошел фестиваль, можно сказать, первый фестиваль авторской песни в Грузии, в Тбилиси. Что бы ты хотела рассказать или сказать на эту тему? Я бы очень хотела, чтобы Тбилисский фестиваль развивался, потому что начало действительно было великолепное. Приехали люди из 9 стран, великолепные люди. Я это говорю не только потому, что их художественным руководителем фестиваля был мой муж Роберт Авадяев. Это были достойные авторы, которые были очень интересны тбилисской публике. Также очень хорошо себя показали, естественно, здешние авторы. И этому фестивалю я желаю, чтобы он развивался, чтобы он был не хуже, чем был при своем зарождении. И я желаю фестивалям бакинским и тбилисским перерасти в единый региональный, наверное, фестиваль, когда скооперируются усилия и таланты двух городов. Ну что ж, и напоследок, наверное, пожелаю чего-нибудь своим согражданам, своим коллегам по Перу, нашей организации, себе самой, нашей стране. Что бы ты могла пожелать сказать людям? Я могу пожелать только две вещи, чтобы были здоровы и чтобы не было войн, ни больших, ни маленьких локальных друг среди друга. Все остальное приложится. Здесь не надо философских заходов, творчество, успехи и все остальное. Это не желают, это человек берет, делает и сам зарабатывает себе, так сказать, очки. Вот главное, чтобы этому не мешали никакие внешние факторы, чтобы все были живы-здоровы. Ну что ж, Ириш, большое спасибо за то, что пришла. Огромная тебе еще раз благодарность от нашего дома. Желаю тебе всех успехов. Уроба, кстати, пройдет в октябре здесь, насколько я помню, творческий вечер.
Ну и ты там смотри, не робей, если что, мы всегда рады. Спасибо большое, всех тебе благ, удачи и творческих успехов.